Добрый день, уважаемые гости, добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие пензенцы. Какой сегодня у нас прекрасный день и какой у нас сегодня праздник прекрасный. Даже сама погода дает нам его спокойно провести, нет такой жары, есть такая довольно-таки хорошая и комфортная погода. И мы и сегодня, и завтра в Тарханах проведем эти прекрасные мероприятия. Мы встретим с уважением всех гостей, которые к нам сегодня приехали. Позвольте от имени губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева поздравить вас с этим праздником и зачитать приветственные слова. Уважаемые друзья, всех нас объединяет не только любовь к русскому литературному наследию, но и глубокое понимание его воспитательной, эстетической и нравственной ценности, его великое влияние на развитие мировой цивилизации, мировой культуры. Сурский край подарил родине плеяду талантливейших поэтов и писателей, художников и музыкантов, которые по праву составляют славу Отечества. Но особое место среди них по праву принадлежит гению русской литературы Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Пензенцы бережно хранят память обо всем, что связано с его жизнью и творчеством. И прежде всего, это относится к родным для поэта местам – Тарханам. Они навсегда вошли в сердце поэта как самая драгоценная частица России. По силе чувства и энергии, языковой выразительности, по смелости мысли, поэзия Лермонтова не имеет аналогов в русской литературе. Творческое наследие великого поэта поистине неисчерпаемо. Каждый раз, перечитывая поэтические откровения классика, открываешь для себя что-то новое и что-то неизведанное. Радует, что многие россияне хорошо знакомы с творчеством Михаила Юрьевича. С удовольствием приезжают к нам, чтобы прикоснуться к истокам его бессмертного творчества. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, творческого вдохновения и успешной реализации намеченных планов. С уважением, Иван Александрович Белозерцев. Спасибо.